Змеи. Какие еще змеи? Кобры. Плохие рублюда. Ляг. Ложись, дядя. Вась. Доцент. Подоцент. Он не ложится. Пасть порву. Слышь? Пасть порву. Ложись, скотина, кому говорят. Ну! Так, как стемнеет, будем брать. Скажите, сколько весит этот шлем? 5 килограммов 243 грамма чистого золота. Да. Тяжелая шапочка. Товарищ полковник, ведь это же уникальнейшая археологическая ценность. Все данные подтверждают, что это как раз именно тот самый шлем, который был утерян Александром Македонским во время его индийского похода. Славина, ко мне. Охранять надо было как следует ваши находки. Ха-ха, у нас же был сторож. Сторож. Для вас это составляет историческую ценность, а для жуликов это просто кусок золота. Они могут его распилить, переплавить и даже продать за границу. Значит так, личности преступников установлены, все рецидивисты. Ермаков, Шереметьев, белый главарь. Можно? Пожалуйста. Очень опасный преступник. Какая отвратительная рожа. Мама, я уже опаздываю. Несу. Кушай, дорогой. Спасибо. Доброе утро, Евгений Иванович. Здравствуйте, Маша. Как там мой Димка? Не балуйся? Ничего. Вы уж с ним построже, а? Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте.
Проездной. Проездной. Здравствуйте, Елена Николаевна. Доброе утро. Плохо едят. Здрасте. Товарищи, минутку внимания. Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется. Ура! Мы совершим полет на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорек. Игорек, ты у нас сегодня будешь командор. Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на Землю не вернется. Гениально. Евгений Иванович, можно вас на минутку? Извини, я сейчас занят. Да вот товарищ настаивает. Попался! За доцента! Это тебе... Не мелочь по карманам тырить. Автомашину куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялту. Приготовились. Будем брать. Ну что? Толканул шлем. Рыбу я ловил. Где какую рыбу? В лодочной станции. В проруби. Косой, плавать умеешь? Куда плавать? Ну, ныряй. Это сейчас, что ли, в такую холодину? Не было у нас такого уговора. Засекли нас. Чего ты взял? Чувствую. Я всегда чувствую, расходиться надо. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый страшный волк? Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый страшный волк? Молодцы, ребята, похлопаем. Ну, а теперь что же, серый волк? Я злой и страшный серый волк, я в поросяток знаю толк. Ну что, мне нравится. Спасибо. Только знаешь, Игорек, это значительно страшнее. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Евгений Иванович, там этот ненормальный пришел. А, здравствуйте, дорогой товарищ Трошкин. Садитесь. Грабителей мы поймали. Поздравляю. Нечем. Шлема-то у них не оказалось, я там все перерыл. А где он? Они не говорят, молчат, но есть идея. Меня просили поговорить с вами. Слушаю вас. Так вот, мы вам приклеиваем парик, так. Рисуем татуировку так. И сажаем в тюрьму.
Как это? А за что же? Это гениально. Ведь родная мать не отличит, кто есть кто. Я вас не понимаю. Господи, боже мой. Суд уже был. Этим двум дали по 4 года. Но это так, мелочь. А этому, с которым я вас спутал, 8 лет. Те сидят там, в Средней Азии. А этот под Москвой. Теперь ясно? Нет. Господи, боже мой. Вас сажают к этим. Они думают, что вы – это он. И вы узнаете у них, где шлем. Теперь согласны? Нет, не согласен. Почему? Да смешно это. А что я скажу дома? А что я скажу... Скажете, что поехали на симпозиум, на конференцию? Нет, нет, я не могу. У меня работа, дети. У меня елка на носу. И вообще, неэтично это. Этично, неэтично. Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают, а надо, как в Турции в старину поступали. Посадят вора в чан с дерьмом. Только голова торчит и возят по городу. А над ним янычар с мечом. И через каждые 5 минут, как вжик, мечом над чаном. Так что если вор не нырнет, голова с плеч. Вот так он весь день в дерьмо и нырял. Так это в Турции, там тепло. Убегать. Канать, обрываться. Правильно. Говорить неправду. Фуфло толкать. Хорошо. Иди так. Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Редиска. Хороший человек. Забыл. Сейчас. Фрейфия. Действительно, фрейфия. Парик. Можешь попробовать? Можно. Да вы сильнее дергаете. Спецклей, голову мыть можно. Натурально. Похож. Похож, но он добрый. А тот злой. Ну, как вам у нас нравится? Мило. А где моя кровать? Нар, вам нужно занять лучшее место. А где здесь лучше? Евгений Иванович, я же вам говорил. Возле окна. Вот там. Там чьи-то вещи. Сбросьте их на пол. А хозяин придет, скажите ему, канай отсюда и так далее. Помните? Помню. Все, сейчас они возвращаются с работы. Не забудьте, основной упор делайте на частичную потерю памяти. Если будут бить, немедленно стучите в дверь. Хорошо. То есть тики-так. Эй, ты! Ты зачем мои вещи выбросил? Ты! Это... Ты домой! Чего того? Давай, давай, не безобразничай. Так это ж доцент! Здорово! Здорово! А ну-ка, на отсюда! Точно! Канай, и пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский. Так бы и сказал. Физкульт, привет.
Ой, кого я вижу? Хмырёнок. Ну ты даёшь. Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Кто это? Никола Питерский. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. Ну ты чего, ты чего? Молодого выкину! Помогите! Хулиганы зрения лишают! Ничего страшного. Шлем дел. Лишенец. Я? Ну. Так он же у тебя был. Да? А куда я его дел? А я откуда знаю? В угол поставлю. Чего? Пасть порву. Да ты что, доцент? Откуда же ему знать, где шлем? Ты же его всегда в сумке носил. Сумкой приходил, сумкой уходил, а как нас взяли, там оказалось его и нет. Сам потерял сразу косой. Чуть что, так сразу косой. И ты что, не помнишь ничего? Не помню. В поезде я с полки упал, башкой вниз ударился. Тут помню, тут ничего. Обзовись. Век воли не видать. Суд помню, как шлем брали, помню. В середине отрезало. Так не бывает. Тут помню, тут не помню. Бывает. Я вот раз надрался, проснулся в милиции, ничего не помню. Ну, думаю. Да подожди ты. Как в Москву приехали, помнишь? Нет. Ну, поселились в каком-то курятнике. Ну, а дальше? Выпили? Да потом заткнись. Дядя к тебе приехал такой-то, вы толковали с ним во дворе. Чей дядя? Ну, ты говорил, что он гардеробщиком в зале, концертном. Не помню. Ну, а потом... К барыге поехали. Куда? На бульвар. Какой бульвар? Как называется? Ну, где машины ходят, ну? Адреса не назову, а так помню. Слушайте, заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка. Помню, не помню, дайте спать. Номер 75-603, прибывший рейсом 407 из Москвы. Вам куда? В тюрьму. Нет, мое дело воспитывать детей, а не бегать с вашими жуликами по Советскому Союзу. Меня вызывает полковник и говорит, если эти двое не москвичи и не знают название улиц, они могут показать их на месте. Устроим им ложный побег, и они наведут нас на шлем, если, конечно, вы сможете уговорить товарища Трошкина. Не сможете. Я бросаю все дела, лечу сюда, хватаю такси, а он говорит, не хочу. Да, не хочу. Почему? У меня 100 детей каждый год, и у каждого мамы, папы, дедушки, бабушки. Меня же знает весь Черемушкинский район. А вы хотите, чтобы я разгуливал по Москве с такой рожей, да еще в такой компании? Кстати, о бабушках. Я сегодня утром забегал к вашим и сказал им, что симпозиум продлили на 2 недели. Десять ноль ноль. Арматурного склада. Шофер мой человек. А деньги? Шмотки? Готово.
Стой, Гесьена, место я знаю. Поймают. Как пить дать застукают. Ну и черт с вами. Деньги ваши будут наши. Да. Неудобный вагончик. Тут недалеко потерь. Повторите задание. Стать возле арматурного склада, занять позицию, чтобы меня было незаметно. Когда замечу, что трое залезет в цистерну, выехать и заполняю цементом калибаканом. На развилке возле чайной остановиться и идти пить чай до тех пор, пока эти трое не вылезут. Выполняйте. Есть. Пора. Там. Где там? Там. Да какой же это арматурный? Это слесарный. Ты не свисти. Арматурный там. Ну чего ты свистишь? Я сам видел, как отсюда арматуру брали. Фу. Вперед. За мной. Одна коробочка, закрывай. Говорил, а говорил, Порожняков, пойдем. Скользко, как в Турции. Неужели вы не понимаете, что это бессмысленно? Что же они, по-вашему, сквозь шланг проскочили? А где же они тогда?
Нет тут никакого сена. Сам знаю. А может, ты опять что-нибудь забыл? Может, не в сене, а еще где? Пасть порву. Какой хороший цемент. Не отмывается совсем. А ты зачем бежал? Все побежали. И я побежал. Он его пришьет. Бег поле не видать. Хмыль, Ахмыль, ну скажи ему, что не было такого уговора. Сам скажи. Иди отсюда. Тебе что сказано? Ну, ходи давай. Нехороший ты человек, косой. Злой, как собака. Продаст. Слышь, доцент, сразу расколется. Ладно, с собой возьмем. Останови! Эй, ты! Иди сюда! У тебя какой срок был? 1 год. А теперь еще 3 припаяют. Побег, статья 188. Доцент, а доцент? Ну что делать-то будем? Прямо так пойдем. Так? Засекут. Прямо так. Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Открывай дорогу, дядя! Физкульт, привет, дядя! Салям алейкум! Вам что, товарищи? Я сейчас. Привет от Славина. От какого Славина? Владимирович. Не знаю такого. А что вы хотите? Для нас должны быть места. А сколько вас? 3. То есть 4, 1 лишний. 7 места будут. Давайте паспорта. Вечером трейлер подведет. Вы из какого общества, ребят? Трудовые резервы. А что, Динамо бежит? Все бегут. Ключи. Ключи же есть. Привычка. Жрать охота. Очень охота. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны. Вот что. Отсюда не с места. Я скоро вернусь. Товарищ, вы не могли бы мне на несколько минут одолжить какие-нибудь брюки? Наши вещи еще не подвезли, а мне надо... Может, козла забьем? Потом. Милиция. Лейтенанта Славина. У нас такого нет. То есть как нет? Так, нет и не было. Я доцент. Поздравляем. Подождите, вас что, не предупредили? О чем? А вы... Мальчик, а это какой город? Ну, Кашир. А Любокан где? Далеко, 30 километров отсюда. Садитесь. Спасибо. Я постою. Понимаете, в чем дело? Я из Москвы. Ваш коллега. Заведую 83-м детсадом. Так. Нас 4. И все заведующие? Вроде. Ну-ну, рассказывайте. В цистерне.
где мы ехали, оказался цемент. Случайно. Верхняя одежда пришла в негодность. Мне очень неловко. Я прошу вас, пожалуйста, одолжите мне 19 рублей 40 копеек. На два дня. А хватит на четверых-то, товарищ? Хватит. Я же подсчитал. Пошли. Вот здесь у нас будет игротека. А вот здесь... Хорошо. Здесь у нас будет спортзал. Мне нравится. Тем более. Вот вы с вашими заведующими освободите эту комнату от радиаторов. Выносить удобнее с той стороны. Там тоже есть дверь. Угу. Сложите их под лестницей. И я вам плачу 20 рублей. Идет? Идет. Только у меня к вам просьба. Мы работать будем ночью. Вы ваши 20 рублей положите, пожалуйста. Ну, хотя бы в эту тумбочку. А на двери замок повесьте. Когда мы там все вытащим, эта дверь освободится. Мы сюда войдем и заберем нашу зарплату. Так учтите, мой милый коллега. Замок будет крепкий. Шах! Ходи, лошади. Лошади, ходи, дурак. Отстань! Вот! Извините. Благодарю за внимание. Все? Нет, не все. Против бритвы, пиджак и брюки. Только пиджак. Лошадь, уходи. Отвались. Лошадь, уходи, век воли не видать. А мы вот так. Пошел? Ну, пошел, пошел. Мат, отдавайте пиджак. Ты что делаешь? Ты кого бьешь? Ухи! Ухи, ухи! Товарищ, вы что, с ума сошли? А! Отставить! Сейчас же раздеться и вернуть вещи. А это не дал? Ах тебе! Снимай! Стыдно. Стыдно, товарищ. Встать! Так вот что. Если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, не воровать без меня. Жаргон и клички отставить. Обращаться друг к другу только по именам, даже тогда, когда мы одни. Тебя как зовут? Гаврила Петрович. Тебя? Федя. Тебя? Али-Баба. Я же сказал, клички отставить. Это фамилии, а имя Василий Али-Бабаевич, Вася. Хорошо. Как верблюда. Меня будете называть Евгений Александр Александрович. Ясно? Я спрашиваю. Ясно? Да ясно. Ясно. Честь. Так стемнеет. Кассу будем брать. И он пойдет. Все. Так он же на этом скачке расколется, редиска. При первом же шухере. А ну-ка, пойди сюда, Федя.
Сядь. Возьми бумагу. Пиши. Редиска. Поставь тире. Нехороший человек. Раскалываться — это значит предавать, сознаваться. Мягкий знак поставь. Шухер — тире. Опасность. Скачок — тире. Ограбление. Записал? Да. А теперь, Федя, скажи Васе, все, что ты ему сказал раньше, нормально, на гражданском языке. Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. 71-я. Филонишь, гад! Александр Александрович, а Гаврила Петрович по фине ругается. Отставить разговорочки. Тихо! Что? Этот Василий Алибабаевич, этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил, падла. Здесь. Может, они его убили? Николай Георгиевич, в 8:30 он ушел из гостиницы и пристроил свою команду на городском стадионе. В 9:00 приобрел в универмаге 4 тренировочных костюма. В 9:20 к нему подошел их сотрудник. А в данный момент они направляются к нам в очень медленной скорости. Евгений Иванович, а я думал, нет у вас в живых, дорогой мой. Спать охота. Может, я покемарю? Гаврил Петрович? Нет. И так мы здесь торчим. У всех на виду, как три тополя на плющихе. Ты еще здесь разляжешься, как собака. Фу. Че плюешься? Вась. Шакал я паршивый. У детей деньги отнял. Детский сад ограбил. Какой культурный нашелся, а? А когда ты себя там на колонке бензин ослиной мочой разбавлял, не был паршивым. То бензин, а то дети. Куда пошел? Тюрьма. Стой! А что ты его держишь? Пусть идет. Год у него был, 3 за побег, 5 за детсад. Иди, иди, Вась. Читать. Вот, распишитесь. Деньги на 4. Суточные, квартирные. Одежда. Так. Это вам. Спасибо. А почему на 4? Мне что, этого Василия Алибабаевича с собой таскать? Придется. Если вас сейчас арестовать, у тех двоих будет лишний повод для подозрений. Ну что это? В Москве будете жить по адресу Конный переулок, дом 8. А квартира? Выбирайте любую. Дом предназначен к сносу. Жильцы выселены. Но ведь там не топят. Не топят. И света нет. Вот видите? Не лучше ли им остановиться у меня на даче? У меня под Москвой дача. Спасибо. Только на нейтральной территории мне будет как-то спокойнее. Да, скажите, а правда, что за побег 3 года дают? Дают. Ну так вот. Я требую, чтобы на моих это не распространялось. Это само собой.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Подает, а? Видно, он здорово башкой треснулся. Доцент! А доцент? А шкарет себе милицейский купил. Так это Восточный базар был, а не ГУМ. Вон такси. Останови. Шеф! Шеф! Свободен! Свободен. Здесь. Вон деревья. Вот бульвар. Вон дом серый. Ну, человек, ты что, глухой, что ли? Тебе же сказали, дерево там такое. Ёлка, что ли? Сам ты ёлка. Тебе же говорят, во! Да говори ты толком. И так уже 8 рублей наездили. Пруд там был? Не было. Лужи были. Может, памятник? Памятник был. Чей памятник? Ну, а я знаю. Мужик какой-то. С бородой? Нет. С бакенбардами? Да не помню я. О, в пиджаке. Сидячий. Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой. Вот деревня, а! Ну, ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. Куда? Домой. Карту купи! Лапать! Вот билет на концерт. Проверим вариант с гардеробщиком. Нашел! Хорошо. Нашел! Пол! Пол мужик в пиджаке! А вон оно, дерево! Девочка, ты меня не узнаешь? Тебе, что я завязал. Говорил? Говорил. Я говорил тебе, лучше не приходи. Говорил? Говорил. Я говорил тебе, с лестницы спущу. Говорил? Говорил. Говорил. Ну вот и не обижайся. Что это у тебя? На, да? Ноги вытирайте, пожалуйста. Двери закрывайте. Ну ты даешь. Нравится? Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Молодец, Василий Алибабаевич. Картошечка. А еще вкусно, если ее в зале испечь. Мы в детдоме, когда в поход ходили, костер разожгем, побросаем ее туда. А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли. Вас заливает на фронте, а? Тебе, наверное, сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе вторая половина отказала. Да, действительно. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была,
И вот она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радостей детишкам принесла. Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть. Есть, да, червонец. Нету. Были, а теперь нет. Потерял. Может, выронил? Да нет, таксист спер. Точно таксист. Мне его рожа сразу не понравилась. Да рожи-то у нас у всех хороши. Что ж теперь делать-то? На дело надо идти, доцент. Ай-яй-яй-яй. Заткнись. Слышь, доцент, мы сейчас с Хмурем на вокзальчик сбегаем. Нет. Вместе пойдем. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. Бабушка, туда не ходи, сюда ходи. А то снег в башка попадет. Пора. Здравствуй. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а погода это... хорошая, не правда ли? Хорошая. Иди. До свидания. До свидания. Иди. Вежливость – лучшее оружие вора. Ты на третьем, ты на пятом. Выполняйте. Ты вздыхаешь. Шакал я паршивый, все ворую, ворую. Че это ты воруешь-то? Вот на шухере здесь сижу. А? Украли уже. Ну, я пошел. Эй, а ну погоди. Стой! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, дети! Стой! Видите? Евгений Иванович, как из балета. Белый лебедь. А ты смотрел? Ну,
мы с женой в 54-м взяли отпуск и махнули в Москву. Она меня все на балет таскала. А где она теперь? Жена-то? Нету. Умерла? Я умер. Маскироваться нужно, доцент. Что? Дворничка нас засекла. Теперь так на улице не покажешься. Заметут. Женские туфли хочу. 3 штуки. Размер 42, 43, 45. Ножки. Девушка, а девушка? А который час? 6:15. Девушка? А девушка? А как вас зовут? Таня. А меня Федя. Ну и дура. Тогда к тебе приезжал. Не жеваете бинокль? Заметут. Заметут нас здесь. Спрячьтесь в туалете. Зайди. Надюша, ко мне пришли. Пожалуйста, получите. Узнаешь? Узнаешь? Завтра в сквере у Большого театра в 5. Извините. Девочки, а вы случайно не ошиблись? Заходи, дядя. Ну чего уставился? Извините. Ну где же он? Застукают нас здесь. В дамской идти надо. А вот еще одна. Пошли. Понятно. Так вот, кто деньги украл. Редиска. Отвяньте редиску. Я тебе отвечу. Но приходите. Отстань. Сухер. Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой. Попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Ждите меня здесь. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Профессор Мальцев, пожалуйста. Пропало все, что ушло, обратно не вернешь.
только туда и нет обратно. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и бой, проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Федя! Ты! Мишка! Петя! Здорово! Здорово! Мишка! Петя! А я смотрю, ты это или не ты? Ну, не он это! Ну, погоди ты! Ну, рассказывай, как ты, где ты? Ну, работаю, на шарик-подшипник, инженер. А ты? Молодец! Я... Ворон! Это не смешно, тетя. Не смешно. За мной. Куда? На даче будем жить, у барыги одного. Договорился сейчас. Кто это? Ермаков Федя. Мы с ним в детдоме вместе были. Обиделся, значит? Знаешь что, доцент? Ты, конечно, вор авторитетный. Но зачем ты при Мишке? Он видал, какой? Не то, что мы. Он видал, как обрадовался. А ты при нем... Что он теперь подумает? А что ему думать? Завидовать будет? Завидовать? Ну, а как же, он кто? Инженеришка рядовой, и все. Ну, что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы. Дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит. Ну, летом в санаторий съездит, в Ялту. Тоска смертная. А ты? Ты вор. Джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. А ты говоришь... Конечно, завидует. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два. Выше, выше ноги. Не филоник. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Встали в середину. Ну, раз, два. Три, четыре. Раз, два. На месте шагом. Раз, два, три, четыре. Хорошо, все. И раз, два. Три прихлопа. Раз, два. Два притопа. Раз, два. Выше ноги, колени не сгибать. Раз, два. Раз, два. И оп, 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 оп. Раз, сели, встали, сели. Раз, два. Хорошо. А теперь переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же. Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Только ты знаешь. Белые снежинки кружатся с утра, выросли сугробы. Спасибо. Да, Елена Николаевна, о том, что вы меня видели в Москве, пока никому ни слова. Почему в таком виде был? Ну, это что-то вроде конкурса на звание лучшего бармалея. Извините, извините. Да. Кушать подано. Я же сказал, ничего не трогать. Инструмент сломаешь. А он еще губной помадой на зеркале. Голую женщину нарисовал. Чего? Ну вы будете жрать или нет? О! Картошечка. Руки. Че руки? Покажи руки.
Вымыть. И поесть нельзя. Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Газовую керосинку буду покупать. А то тут плитка не горит совсем. Ничего не трогать. Огонь не разводить. Ты выстирай все белье, а вы, вам, вот, вам английский язык выучить от сих до сих. Приеду, проверю. Если не выучите, моргалы выкурю, пасти порву. И как вы хотите, носы подкушу. Ясно? А зачем нам английское? Посольство будем грабить. Карандаш. A pencil? Yes. Стол? A table? Yes. Девушка? Чувиха? Да нет, по-английски. Girl. Oh, yes, yes, girl. Yes, yes, МХС. Здравствуйте. Значит, это вы и есть? Нет, это не мы, хозяева в Москве. Знаю. Я и есть хозяйка. Вася, наш младший научный сотрудник. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, какие молодцы. Чистота, порядок. А вот моего мужа ни за что стирать не заставишь. Доцент бы заставил. Пойдемте чай пить. Я вам торт привезла. Дочь хозяина. Барыги. Только она думает, что папаша ее ученый. И про нас он ей тоже насвистел, что мы ученые. Смотри, не раскались. Я звоню папе, спрашиваю, кто это у нас там? Он отвечает, это мои коллеги, археологи из Томска. Ну, я скорее сюда. В прошлом году, когда мы были у вас в Томске, ваш профессор Зеленцов нас так принимал. А что, профессор не приехал? Нет. Доцент приехал. А как вас зовут? Людмила. А меня Федя. А на чем вы сейчас работаете? Да так, ищем. Боже, как это интересно. Отнимать у земли давно ушедшие, забытые тайны. Так я вам завидую. Возьмите меня с собой. Ведь у вас есть какие-нибудь должности, которые не требуют особой подготовки? Ну, повариха или еще что-нибудь? Это все от способности зависит. Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. Ну, он? Черт его знает. Проверю. Простите, спичек не найдется? Не курю. Что? Нет, не он. Легавый. Точно. Проверка показала, что по адресам, указанным сообщниками доцента, шлема нет. Остается последняя версия. Прохоров, гардеробщик концертного зала.
Однако проверить эту версию не удалось. На назначенное свидание Прохоров не явился. Вероятно, что-то заподозрил. С работы уволился, дома не появлялся. Надо искать. А что делать нам? А вам 1000 извинений, огромное спасибо. Снимайте парик, смывайте наколки, идите домой. Встречайте Новый год. Большое вам спасибо. А мои? А ваших подопечных мы сегодня же вернем на место. Не понимаю. А если этот гардеробщик найдется, мы опять можем понадобиться? Евгений Иванович, не хотелось вам говорить, но сегодня из подмосковной колонии бежал белый доцент. Сбежал? Невероятно, но факт. Так что вам оставаться в таком виде опасно. Может, завтра? Все-таки Новый год праздник, и они по-своему тоже старались. Потом живем мы за городом. Маловероятно, что доцент нас может найти. Ну хорошо, только сдачи ни шагу. Да, мы переслали ваше письмо жене Шереметьеву. Вот ее ответ, адресованный ему. Окончательно и бесповоротно. Первого обедайте у нас. Обещаете? Обещаю! Жалко такой хорошей женщины, а отец барыга, спекулянт. Вы чего разорались? Вам кто позволил выходить? О, явился. Нехороший человек. Вася? Гаврил Петрович? Федя? Товарищи, пришел Новый год. Я желаю вам, чтобы в этом новом году у вас все было по-новому. Всякое может случиться. Но знаете, где бы вы ни были, где бы я ни был, я всегда буду помнить о вас. Я обязательно вас найду. А сейчас, одну минуту. Сейчас. Куда это он? Кто его знает? У него теперь... Ничего не поймешь. А что ты понимать-то? Где хочешь, говорит, найду и горло перережу. Прямо на смерть. А то как же? Он, говорит, Рябова, бритвой, по горлу чик и приветик. Совсем озверел, шакал. Тук-тук-тук. Кто к вам пришел? К вам пришел Дед Мороз. Он подарки вам принес. Федя, поди сюда. А что я такого сделал-то? Ну иди, иди. Носи на здоровье. Домашние. А нафига не мне? У меня и дом-то нету. Будет, Федя, все впереди. А пока и в тюрьме пригодятся. Носи. Только и знаешь, что каркать. Это тебе, Вася. Гаврил Петрович, это тебе. Спасибо. Чистая шерсть. И это тебе тоже. Скучно без водки. А что, обязательно пиваться, как свинья? А что еще делать? Да можно просто так посидеть, поговорить по душам. А я не прокурор, чтоб стоя по душам разговаривать. Можно поиграть во что-нибудь. Ха, вот дает. Нашел фраера с тобой играть. У тебя ж в колоде 9 тузов. Ну почему обязательно в карты? Мало интересных игр. В бой, в кораблике. Да вот хорошая игра.
Города. Знаешь, я говорю Москва. А ты на последнюю букву, на А, Астрахань. А ты, значит, на Н, Новгород. Понимаешь, да? Ну, а теперь ты, Федя. А чё я? Ну, говори на Д. Воркута. Почему Воркута? А я там сидел. Ну, хорошо. А ты, значит, на А. Джамбул. А при чем тут Джамбул? Потому что там тепло. Там мой дом, там моя мама. Ну, ладно. А давайте тогда так поиграем. Значит, я выйду, вы чего не спрячете тут, я вернусь, найду. Хорошо, Федя? Ты бы лучше шлем нашел. Помолчи. Мы будем прятать, а он дырк смотреть, да? Ну, зачем так? Ну, давай ты выйдешь и спрячешь, я буду здесь стоять. А ты гляди, чтобы я не подглядывал, на. А почему я? Чуть что, сразу Федя, Федя. А я тебе пасть порву, паршивец этакий. Пасть, пасть. Слушай, доцент, ты был когда-нибудь маленький? Был. У тебя папа, мама. Был? Был. Зачем ты такой злой? Зачем, как собака? Эх, Вася, Вася. Ну, спрятал? Хмырь повесился. Сам пришел. А, и ты здесь. А я было к тебе сунулся, да чувствую засада там. Я чувствую. Я всегда чувствую. Витяй, сохраниться мне надо. Пошли. А куда это мы? Иди. Извините, доктор, что напрасно потревожили вас. Ничего. Дайте ему валерьянки, чаю теплого и пусть поспит. Спасибо. Больно, Гарик. Больно, Вася. Прочти. Опять. Здравствуй, дорогой папа. Мы узнали, что ты сидишь в тюрьме. И очень обрадовались, потому что думали, что ты умер. Интересно, какая зараза хмыренку этому на хмыря накапала? Циц. И мама тоже обрадовалась, потому что, когда пришло письмо, она целый день плакала. А раньше она говорила, что ты летчик-испытатель. Летчик-налетчик. А я все равно рад, что ты живой, потому что мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный. Точно, слабохарактерный. Стырил общие деньги и на такси свалил. Канай отсюда! Рога под шибаю, редиска! Собака, шакал, сейчас загрызу! Собака, что делает? Прекратить! Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого. Опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Слышь, доцент, сматываться надо. Врачиха в милицию накапает. Не накапает. Почему? Я ее того, бритвой по горлу, в колодце она лежит. Можешь посмотреть.
сколько у меня было? 1 год. Сколько за побег дадут? 3. Сколько за детский сад и квартира? Ну, пускай 10. Сколько всего будет? 14. Я за какой-то паршивый 14 лет эта гадюка терпеть буду? Который старуха колодец положила? Вы как хотите, а я иду в милицию. Да, иди. Тебя он не тронет. А вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти, да? Вась, а Вась, я ему давеча говорил, у меня насморк. Так он... Хватит со своим насморком, Даниил. Иди сюда. Это ковер чистить будем. Ну вот что, товарищи. Финита ля комедия. Прежде всего снимаю это. Вот смотрите. 1, 2, 3! Вот отсижу срок. И все. Завяжу. На работу устроюсь. Кем? В родном колхозе сторожем. Почему сторожем? Могу снег чистить, кирпичи класть. Или переводчиком. Английский я знаю. Если бы мы еще шапку принесли. Доцент кто? Жулик. Жуликов много, а шапка одна. Да, за шлем бы нам срок сбавили бы. Куда он его дел? Все вроде обошли. Ну, жулик, я тебе говорил, у меня насморк. А ты пасть, пасть. Нырять заставлял в такую холодину. Когда он тебя нырять заставлял? Ну, когда нас брали. Помнишь, пришел? Я, говорит, рыбу ловлю, а ты ныряй. А мороз был градусов 30. Постой, постой. Что он тогда про рыбу-то говорил? Рыбу я ловлю, говорит, в проруби. А ты, говорит, косой, плавать умеешь? В проруби он шлем спрятал, вот что. Точно? Смотри на него! Вспомнил нехороший человек! Прорубь он в Малаховке! Что ж ты молчал, жлоб? Хоть бы записку оставил, когда вешался! Пошли! А его? Чего? Пусть сами забирают! Такого кабана носить! Пошли! Археологи! Ау! Нет там нифига. Да там он, на дне. Нырнуть надо. А почему я? Как что так сразу косой, косой? Вась, а Вась, ну скажи ему, пусть сам лезет. Да не могу! Холода заболею я! Вот дает, сейчас только вешался, а сейчас простудиться боится. Физкульт. Ныряй. Быстро. Девочка, где тут лодочная станция? Вон там. Пришить бы вас. Довозиться некогда. Теперь 2 штуки стало. И там на даче еще 1. Стой.
Раз. Молодец. Федор Петрович, молодец. Два. Чем больше сдадим, тем лучше. Обрили уже.